Добрый день, меня зовут Елизавета, я врач-педиатр. Александр Григорьевич, мой вопрос социальной направленности. В последнее время очень много разговоров ходит касаемо сокращения срока декретного отпуска. Что вы можете сказать по этому поводу? Правительство внесло предложение по некоторому упорядочению льгот. Я сказал нет. Мы сейчас не трогаем льготы, их надо просто видеть, что это за льготы. И вот отсюда пошел вопрос, льгот кого-то ликвидирует. Об этом речи, Елизавета, не идет. А что касается детей, то вряд ли мы на это пойдем, потому что самая большая проблема в стране – демографическая. Поэтому все для детей, вот и материнский этот капитал был продлен, и квартиры – это будет катастрофа, если мы не будем прибавлять с населением. Поэтому я не думаю, что мы будем трогать льготы, связанные с детьми. А пока об этом речи не было, о том, что декретный отпуск убрать, сократить. Елизавета, не переживайте.